Друзья, здравствуйте! Сегодня у нас с вами очередная попытка сделать творог. Я уже делала, но сейчас у меня молоко 1%. Обычно такое молоко дают школьникам на ланч, обед. Где-то в 12 часов, так вот, у них ланч. Итак, 1% тоже получится молоко, но будет уже не такое большое количество. Наливаем молоко вот в кастрюлечку, делаем лимонный сок. Я беру вот такие лимоны. Я взяла 4, поскольку чтобы лучше ферментировалось, побольше. Можно 3. Просто экспериментируйте. Но вообще на такое количество, конечно, 3. Но иногда 4 точно уходят, даже больших. Поэтому пробуем. Итак, наливаем молоко в кастрюлю. Так, я чувствую, что мне не хватит. Сейчас я перелью кастрюлю больше. Ну все, я кастрюлю, видите, достала побольше. Я так думаю, что надо, наверное, еще один лимон. Ну, уже завтра я попробую. Если завтра будет плохо браться молоко, ферментироваться, я добавлю еще один лимон. И тогда уже расскажу, что нужно будет сделать. Если будет достаточно, значит все. Что у меня вот такая вот удобная штучка. Она хорошо не пропускает косточки. Хорошо делает лимонный сок. И уже сразу же, видите, баночка здесь. Ну, просто натираем вот так сок. Вот видите, косточки не попадают. И хорошо стирают. Все. Все. Я сейчас отключусь и все вот так сделаю. Потом дальше покажу. Вот сделано. Все. Корочки. Часть корочек я положила в холодильник. Прекрасно убирает запах. Если у вас там много еды, прекрасно убирает запах. Вот я еще не вылила. Почему я не вылила? Молоко нужно нагреть до 50 градусов. Оно должно быть почти горячим. Что я, собственно говоря, сейчас и сделаю. Сейчас я поставлю на плиту и нагрею. У меня нет термометра. Так, горячим просто. Потрогаю так чуть-чуть пальчиком, будет горячо, но сейчас все. Не горячее и не теплое. Вот это вот почти горячее. Ждем. Ну что, все, я нагрела молоко. Даже тут вот горяченькое оно такое вот. Это, наверное, немножечко так я размешаю чуть-чуть. Вот снизу горячее. Вот так, все. Итак, дальше что мы делаем? Все очень просто. Ой, мне надо открыть, а то у меня одна рука. Сок нашего лимона. Ай-яй-яй, увидела тут.
Это не надо. Косточку. Все. Все. Хорошенечко размешали. Оно даже сразу, смотрите, как тю, уже вон как взялось. А теперь это все до завтра. И сейчас вот закрою крышку, поставлю в теплое место. И все, там, где нет кондиционера. У меня все время гудит кондиционер. Видите, как сразу раз и взялось. Все, до завтра, я все покажу. Здесь 120 по Фаренгейту, 120 по Фаренгейту или 50 по Цельсию нагревать, чтобы сыворотка еще. Но вот так вот выглядит, это потому что молоко у меня 1%. Я хочу это чуть-чуть показать. Вот. Вот они, видите, какие. Все. Сейчас попробуем. Я мешать не буду. Все. Теперь будут отделяться. Ждем. Когда сформируется уже творог. Ну что, вводит творог, все. Отделился он сразу. Так, вот, творожечка. Внизу это творожная масса такая. Ну, пусть еще немножечко побудет и посмотрим, как он там. Я напомню вам, что это молоко 1%. Так что такой эксперимент. Посмотрим. 1% молока. Большой вопрос, какое это молоко, и лимон. Когда молоко больше 3-3,5, прекрасно все делается. А вот это такой эксперимент у меня. Молоко 1%. Очень мало, очень мало. Но вот эти вот штучки я попробовала, да, видите, там на... вот здесь, вот с краешка вот это... Оно ощущается как творожок. Просто молоко 1%. Ну что делать? Посмотрим. Что прошел час? Больше не нужно. Но здесь все как бы пошло нормально. Вот эти. Такая зелененькая жидкость. Это все отделилось. Единственное, что молоко 1%. Ну и больше не будем. Получилось. Получилось. Не получилось. Ну, значит, из 1% молока делать больше ничего не буду. Я все выключаю. И сейчас я приготовила вот здесь вот. Все солью и посмотрим. Получилось, не получилось. Ну что, вот вот так получилось у меня. Нету. Я его сейчас еще немножечко подвешу, так слегка, чтобы он еще стек. И дальше покажу, что уже будет. Ну, тоже получилось. Так, надо попробовать.
Да, ничего. Со вкусом лимончика немножко. А я очень люблю, когда у меня же есть подливочка из помидоров. Я сделала рыбные котлеты, и как раз это творог. Я обожаю вот так, такое сочетание. Да еще с лимончиком. Рыба с лимоном, это как раз. Нет. А вы знаете, получилось. Как это ни странно, но получилось, и даже очень вкусно. Сейчас немножечко стечет. Я пересыплю в баночку. Все будет хорошо, наверное. Покажу. Вот так подвесила еще, чтобы по стеклу.